да, кончиком можно подровнять форму охрения, сделать ее более четкой, правильной. Когда кистью можно подровнять форму, сделать ее более точной и правильной, работа будет выглядеть профессиональной. Если делать охрение, ей довольно удобно. Она и форму держит, и выровнять ей можно все. В маленьких местах можно сделать точную форму. Точно, красиво, пластично. Ориентировка на древние иконы 13-16 веков. Мы ориентируемся на иконы русские, древнерусские, иконы Андрея Рублева, Дионисия. И чтобы приблизиться хотя бы на сотую долю к великим мастерам, конечно же, образцом номер 7 можно лучше добиться этой цели. Можно вот подровнять вот здесь вот. Сделать пластичную форму. И сам вид у лика будет более аккуратный. Что обычно важно и для самого художника, и для заказчика, и для молящегося. Люди в настоящее время хотят видеть лучшие варианты работы. На этой кисти долго не высыхает краска. Для охрения это очень приятно делать ей. Краска долго не высыхает. И можно долго, не отвлекаясь, выполнять работу. Если надо, можно посильнее на кисть нажать, и мазок будет шире. Но он, тем не менее, остается прозрачным, пластичным. Более точно. Да, такой кистью приятно работать. Волосы у нее мягкие.